Друзья, сегодня у меня распаковка, ну не самая дорогая, самую дорогую вы уже посмотрели, где горе хап. Ну вот ладно, сегодня у меня будет распаковка смартфона самого дорогого, который у меня вообще был когда-то. Ну на превьюшке ты, наверное, увидел, что это, и... Да, вы, наверное, у других блогеров видели. Но здесь, как говорится, фишка в чем? Все его обозревали на Гугле, А он ко мне приехал на Harmony OS. Такая фигня. Я хочу, в принципе, перейти сейчас на полностью Huawei. Вот, с гуглов сойти. Вот у меня, кстати, сейчас на тестах еще не вышел, я уверен, на 100%. Вот эти вот часики. Это Huawei 3 Watch. Вот. Что здесь приехало? Здесь мне, значит, приехало и как приехало. Собственно, здесь мне смартфон прибыл. И наушники я заказывал у Андрюхи Храмцова. Это мой очень хороший знакомый, который... Собственно, тягает все из Китая. Вот. И, собственно, он мне это вытащил по очень хорошей, значит, цене. Как-то, блин, Андрюха, ты как запаковал? Ага, вот. Я его попросил наушнички. И вы просили эти наушники Huawei FreeBuds. И многие даже обзорщики. По-моему, Сашка использованный хвалил, говорил то, что, значит, одни из крутых наушников. Ну, вот, собственно, их и будем мы тоже распаковывать отдельно. Ну, то есть, мне их тоже нужно будет пощупать. Вот, в красном, прям все, смотри, прям, да, красное все. Итак, Huawei Mate XS2. Да, это тот самый модный современный смартфон от Huawei, который, собственно, был... Ну, и вы помните, он был заслан, значит, разным там обзорщикам, то есть его на Гугле раздавали, они их там роняли все, там все педали, да, то есть, ну, вся эта хероворина. Мне же никто это не засылал, это было куплено за свои кровные бабки. Я когда это вообще, в принципе... Я мотался где-то с этой мыслью, ну, недели три, я думаю, купить, не купить, заказать, и немало денег, и как бы, и... ну, не было у меня такого, и хочется что-то свежего, нового, думаю, ёптыть, вот я уже сколько с OnePlus'ом этим хожу, я помню, также с Mi 9T ходил 2 года, да я себе возьму, блин, хоть порадуюсь вот такой штуки, и, собственно, я его буду тестировать, это у нас будет распаковка, а настройка Harmony OS, и... а где он, сука, открывается, уже будет, ага, извините, будет уже это потом именно обзор на него, потому что сейчас нихера непонятно будет. Бэм! Вот так вот. Он китайский, естественно. Здесь все написано по-китайски. Слушай, он тоненький. Прям тоньше, чем то хероборину, которую я до этого тестировал. Я помню, Пашке не шарю, я с ним распаковывал, сравнивал, значит, Samsung и Huawei. Ну, значит, он был толстенький. Этот прям потоньше. А? Пашка был толстенький, да? Да, кстати, на Андрея Храмцова я оставлю ссылку. Там у него будет в Телеграме. Ну, там даже не группа, там, знаете, скидочки, вот такой нет. У него там тупо чатик, знаете, он там... Сейчас покажу. Вот такой чатик, то есть тут ребята спрашивают, у него узнают, что там да как. Он там скидывает он всякие распаковки и тому подобное. Кстати, где-то там выше был, вот он мой XS. Huawei, вот он, пожалуйста. Вот, то есть, ну там такое, то есть обычный чат, где люди спрашивают, делятся, ну, собственно, советуют и рассказывают, что купить и по каким ценам. Все обычно дешевле, чем у нас, значит, в ритейле в магазине. Так, чехол. Чехол какой-то странный. Ладно, пока первое впечатление у меня может быть обманчивое. Так, что здесь? Ну хотя бы. О, зарядка есть! Вот, это ж вот так надо никакой был. 60, да, вот. А. 66 ватт зарядка, 11 вольт, 5 ампер. Ага, ну здесь вот, собственно, и написано. Но так как это китайский, он, собственно, с китайской вилкой. И здесь у нас с Type-C на A. Да, то есть вот Type-C у нас, а с этой стороны у нас Type-A. Ну, то есть обычная USB-шка. Ну да ладно, уберем эту сторону. Сам смартфон. Ну, то есть по, скажем так, комплекту мне нравится. То есть молодцы, здесь все, как говорится... На уровне. Нет вот этой херни, которая сейчас очень модная, очень модная. Мы все такие за офигеть, какую, значит, экологию, какой чистый, значит, мир, что не будем класть. Но, сука, зарядки отдельно будем продавать. Лицемерные лицемеры. Просто, вот я говорю, это шляпники. Так, здесь, наверное, китайское написано, чтобы его не мочить, не что-то еще. Не складывать по диагонали, да? Ну, хер знает. Так, вот, на вкусненькое, собственно, я оставил сам смарт. Вот он. Красавец. Лец. Он складывается наружу, получается.
Блин, ну хороший такой шарнир у него. Во! Первое ощущение, я вам скажу так. Он не толще моего OnePlus так особо. То есть им уже можно пользоваться вот так. И вот эта штука не так заметна, как здесь. Но вы видите, он сразу будет заляпываться, экран, все дела. Вот, сзади у нас вот таким вот образом все сделано. Здесь у нас еще и камеры, три модуля находятся. Та самая клавиша, которая открывает его. Такой тугой прям. Прям. Мое почтение, как говорится, да. А сразу одна, скажем так, вещь. Включаем пока его, да. О, называется. Сразу одна вещь, то что здесь, блин, дырявый он, вот здесь поставили камеру. Типа для того, чтобы связываться и болтать, но по факту можно же и вот здесь на таком экране говорить, не? Ну как, ну ладно, может быть кто-то захочет в разложенном виде. О! Тратути. Во, вот то, что мне нужно. Harmony OS. Никаких Google сервисов, ничего нет. Будет выглядеть и звучать смешно, что типа... Все же наоборот Huawei не покупают из-за Гугла и тому подобное, что там нету его. Да, а мне как раз это и нужно. Я хочу переходить. Значит, так, смотрим у нас языки. Итальянский, ДРТ, португальский. А русского что ли нет? Белорусский, ну, да, есть русский. Вот. Прикольно у них сделано, да, посмотри. Таким раз, о, русский язык. Начать или начать? Как? Ну да, ага, далее. Да вы знаете, он прям... Вот по визуалке очень схож с Гуглом, так, ну ладно. Угу. Разместите палец на датчике, ну давай. Вибра у него классная. Ну еще бы, да, за такие бабки он вообще не должен быть каким-то, каким-то не таким. Еще. Прикольно, что очень почти не виден этот шов. Шов, да, не виден. Вот это мне нравится. Если вот так смотреть, ну, да, то есть вот прям... А вот так вообще охеренно, ребят, ну серьезно. И мне нравится то, что здесь ты водишь по нему, у него нет вот этого вот желобка. Он не так, как, блин, на Самсунге это было. Вот такой. Опа. Жих. Да, блин, ты меня сейчас везде учить будешь, я понимаю. Я понял, отстань. Ну. Почему нет вот этого штуки, гайда такого? То есть, хотите ли вы... Вы, может быть, с хлебушком в голове, а может быть, у вас не только хлебушек в голове, а у вас вообще хлебушек, который уже кто-то пожевал в голове. Может быть, вам помочь, если не надо, говоришь не надо. Вот что за вот... Ага, интерфейс, значит... Короче, есть уже на 6 гигабайт обновление той самой Harmony OS. Но, блин, какой он классный, да, сочный. Мандец просто. Ших-ших. Здесь у него Snapdragon у нас 8 Gen 1. Вот, о телефоне. Вот у нас Huawei Mate XS 2. А, нет, какой Gen 1? Отсоси, да, у тракториста. 3.8 процессор, значит, 3.8, 12 RAM и 512, значит, ROM. Разрешение 2200 на 2480. По экрану, господа, это просто офигеть. То есть планшет уже, по сути, нахер не нужен. Ну-ка, о, сложим. Во! Вот им можно пользоваться, как обычным смартфоном. И по толщине, ну, видно, какой? В принципе, окей. Видно? Вот он вот в таком состоянии у вас, по сути дела... Ага, чехол. По сути дела, этот, обычный смартфон. Надо тебе? Нажал, разложил, бамс. У тебя уже планшет. Мне интересно будет поиграться в него, там все дела. Вот, всякие различные китайские приложения, это все придется, конечно же, подчищать, различные тиктоки, вот это Сина, все дела, Вейбо. Тикток тоже подчищать. Да. Клево, он прям сразу отдупляется, то есть он раз, смотри. Ну, а когда ты складываешь с той стороны, что? Ничего. Просто да, просто черный, а здесь вон, жинк, чехол, и это, значит, надевается у нас вот таким вот образом, да? А вот так как разло... Ну-ка. Я нажал разложить. То есть нужно вот так делать? Типа. Или... Ой, как не продумано, а? Или вот так?
А это, бля, куда? И как подставку, да, не сделает? Ну, хрен знает, бля! Напишите в комментах, может, я что-то не понимаю, но вот так вот в разложенном состоянии как-то... Ну вот, окей. Ну как-то... Вот этот момент уже меня как-то напрягает. Мне кажется, просто это именно то, что в разложенном состоянии ты будешь не так просто... Может быть, да, always on. Есть сразу вон, видели, да? То есть... Так, пымс, пожалуйста. Ну-ка, датчик отпечатка. Отличный. Ага. Не супер быстрый, кстати, хочу сказать. Ага. Ладно, посмотрим камеру. Украшение. Не-не-не, выключать нафиг. Хватит. Так, фронталка. Слушайте, а неплохо фотографирует, да? Посмотри. А, у нас же какой смартфон? Правильно, надо выеживаться до конца. Будем смотреть с вами. Ух ты. Будем смотреть вот на таком. А? Смотри. Смотри, какой я страшный. Смотри, какой я страшный, как он проходит тест на волосики. Ну, нормас. Не лучшее, но прям неплохо. Угу. Ну, давайте посмотрим основные камеры. Ну, это же оптика идет, походу, да? Ну-ка, я жахну. Ну, посмотрим. Ну... Может, я что-то много хочу. Ну, пойдет, пойдет. Я еще говорю, я потестирую его, пока впечатление вот о фронталке ок, а основная камера, ну так. Вот, давайте видос попробую снять вам. Так, частота кадров 60 FPS, разрешение выставляемое 4К. Ну и погнали. О, неплохо, да, смотри. Ну-ка. Ну вот, собственно, видео снимает. Джип. Увеличим. Еще увеличим. Ну, здесь уже цифровик лезет. Ага, вой, ширик. Вот так вот, да? То есть мы можем во время записи на ширик переключаться. Это очень хорошо. Потому что не на всех смартфонах это можно. Ну, я посмотрю, и так. Даже неплохо стабает. Громкость где? Увеличим. Еще увеличим. Ну, здесь уже цифровик лезет. Ага, вой, ширик. Слушайте, он звук еще хороший бахает, а? Ну вот, собственно, видео снимает он. Джик. Увеличим. Еще увеличим. Ну, здесь уже цифровик лезет. Ага, вой, ширик. Вот так вот, да? То есть мы можем во время записи на ширик переключаться. Так. Первые эмоции следующие. Видео мне понравилось, как он пишет, но здесь еще освещение такое нормальное. Звук мне понравился, то есть у него достаточно громкий такой, то есть слышны низкие частоты. Все это, конечно же, потом я гляну на Ютубе, там на всех этих делах. Но здесь как бы такого не будет Ютуба, здесь будет совершенно другой, скажем так, магазин с различными Ютубами в AdSense и тому подобное, как он там правильно. Вот, поэтому так. Но первое впечатление о смартфоне, даже, я не знаю, планшете, нормальное, то есть не без косяков. Вот это вот, вот это для меня непонятное решение. Это какой-то дед вот так вот его постоянно делать. С другой стороны, ты права, возможно. То есть это тогда, когда ты будешь использовать. В основном-то я буду его юзать вот так. А как по-другому сделать? Вот. А никак тогда. Вот я либо без чехла, да, либо без чехла носить, либо так. Ну, то есть это придирка, это желание хотелось бы, но этого бы нет. Вот, иначе, да, невозможно. Но по факту я буду его пользовать вот так. И только тогда, когда я буду, захочу что-то там посмотреть или там в игрушку поиграть, пожалуйста, я вот так буду раскладывать, и я уже его держу. В принципе, оно не мешает. Особенно, когда ты будешь переворачивать вот так. Он уже, в принципе, практически квадратный, да? Ну вот, даже... О, во! В принципе, вот так даже можно, да? Как подставоньку его использовать. Во! Ну ладно, опыт эксплуатации в любом случае будет с этим смартфоном. А ну. Ага, то есть вот так. Ну правильно, здесь камера сверху. Опыт эксплуатации с этим смартом будет. Я вам скажу уже, зря ли я купил его, зря ли я потратил и просрал ли свои деньги, доволен ли я им.
Вот, спустя, конечно же, какое-то время. Потому что вот так вот, при распаковке какой-то, вот так я не могу сказать об этом. Потому что это совершенно другая система будет. Это не гугловская, это не Android, это будет именно Harmony OS. Да, оно с виду хорошее, оно такое похожее, но это другая штука. В любом случае, как оно будет, опять же, вот с моими часами Huawei. То есть у меня, о, когда получилось, у меня наушники будут хуявей. FreeBuds 4E, у меня на Harmony OS у меня часы, которые, кстати, за сутки уходят с 12%. Ну, достаточно, да, так на неделю хватает. И вот у меня, собственно, будет смартфон, опять же, на Harmony OS. Вот, переходим потихоньку на это дело. Как-то так. Что думаешь ты, пиши в комментах под этим видео. И, опять же, напишите свое мнение относительно вот такого чехла. Как вам? Мне кажется, что да, это просто единственный выход, как это все дело реализовать. Ну-ка, давай, распознает меня. Да, распознает. Ну, он хороший, 120 Гц, вся херня, то есть он прям это шустрый. И еще раз говорю, мне нравится то, что вот, я не знаю, вот сюда я на белый выведу, видно посередине эту полоску? Нет? Вот это мне тоже нравится. То есть оно даже не ощущается так, как ощущается люто на Samsung. Здесь вот прям вот этот продуман вариант. И опять же, он складывается не вовнутрь, а он складывается у нас вот таким вот образом. И он, собственно, у тебя сзади даже экран. Может быть, как-то это используется здесь. Еще не знаю. Буду смотреть, может, в каких-то приложухах это будет все это дело, да? Но так вообще шустрый, интересно. Ну и сейчас все делаю. Обновим, посмотрим, что за обновки у нас пришли тут, да? Может быть, что-то пофиксили. Так, блин, вот я говорю, ну-ка. Жик-жик-жик. Так, если смотреть видосики, можно, ну-ка, если вот так даже, да? Хуй, да? Вот. Ага, так не очень. Ну, вот так вот он будет. Можно, да, посидеть, посмотреть. Ну, единственное, что я еще раз говорю, цена. Он не дешевый. Он будет вам 130 там, тысяч, 120, вот так вот будете смотреть там. Я не знаю, сколько в России будет 12 512 стоить. Вот. Ну, собственно, из Китая вот именно дешевле будет заказать Андрюхе Храмцову. Андрей, если ты смотришь, я уверен, я тебе скину этот видос, ты его посмотришь. Спасибо тебе огромное за то, что ты мне притарабанил вот такие замечательные девайсы. Теперь у меня, скажем так, есть чем заняться. У меня есть теперь новая игрушка. Потому что что-то с OnePlus я уже, ну, наигрался, серьезно. То есть это для меня был один из топовых таких флагманов, которые вот у меня, да, были. Вот теперь я еще что-то поинтереснее себе взял. Сейчас я буду все это дело тестировать. Как-то так. Что думаешь ты? Пиши в комментах под этим видео. Пока! Поехали! Но. Вот такой кошмар, да? Но. И кошка поддал. Ну, на время я в цифру себе брал, потом возвращал. Дорого, блин. Дорого. А я как-то накопил и решил взять. Накопил, ага. И все-таки вообще тебе дешевле, да? Ну, пока не знаю. Может быть, и вернусь обратно в OnePlus. Ваша кошка дешевле, я согласен. В смысле забрать? Я слышу, я хочу тебя звать. Ну как сюда собираешься, я как еду? Жди зачем? Забарыжить? Так, ну ты кровушатый, иди вот так. Отдашь, и я продам все, и обсуждаю все.